Всем привет! Приехал сегодня на рыбалочку, на поплавковую. Погодка вроде бы шепчет. Вот. Не знаю, уже закинул. Пока ничего. Ну, еще не подкармливал. Обычно кидаю из подкормки хлеб. Хотел купить макухи, но в нашем, так сказать, регионе макухи на рынке почему-то нету. Забрасываем. Взял поисковой магнит. Кстати, опа, что-то ведет. Попробуем. Интересно, давайте. Брал поисковой магнит и вчера пробовал немножко, так сказать, поискать. Ничего не нашел. Контент получился пустоватый. Еще не монтировал, не знаю, выкладывать, не выкладывать, непонятно. Ну, нечего выкладывать, по сути. Просто поменял пару локаций, пришел еще сюда. Вот, попробовал, был ветер, не особо было комфортно. В общем, в двух словах, маленький магнит на 20 килограмм поисковой я соединил вместе с ферритовым. Вот, и получился какой-то вес, можно тогда уже что-то и забрасывать. Ладно, ждем, пусть она там себе думает. Взял спиннинг, взял еще вот такую камушинную. Камушина — это, по сути, классика жанра. В прошлый раз толстая камушина у меня сломалась. Вот, поэтому сделал по-быстрому новую. С корнем прям выдрал камыш. Он уже свеженький. Можно, ну нет, еще нельзя, конечно, но мне можно. Вот. Другого выхода не было, как бы. Лучше заготавливать камыш, если хотите, на удочку, немножко попозже. Ну, понятно, сейчас все покупают спиннинги, там удочки, все дела. Вот классика. Это, по сути, тот же бамбук. Только камыш. Вот и все. Бамбуковая удочка, да, она классная, но она тяжелая. По сравнению с этой, поломалась, пошел, сломал, рыбалишь. Вот. Конечно, на дальние поездки ее неудобно перевозить, некуда поставить. На мопеде, если едешь, тоже не особо удобно. Но ничего, я приспособился, мне нормально. То есть вполне комфортно. Далеко, тем более, не приходится ехать, если ты находишься рядом с лиманом, рядом с водоемом, на который часто ездишь. Что-то пытается, но... Сейчас. Должно что-то быть. Из подкормки еще беру просто хлеб. Вот такой хлебушек. Червячок желательно стараюсь красный, чтобы повкуснее, чтобы поароматнее. Чикс вот таким образом. Раз-два пробиваю в нескольких местах, для того, чтобы зацепилось хорошо, чтобы не слезал. Все, супер. Забрасываем, пробуем. Так, будем ждать. Короче говоря, вот. Это самое крупное, что попалось пока. Два бычка. Очень-очень-очень мелкие. И красноперка. Клев неохотный, вроде бы клюнет пару раз, замолчит. Клюнет что-то активное и замолчит. Такое что-то. Бычок. Ну, он уже был на крючке, это я вытащил второй раз для вас. Специально показать. Вот такой бычок клюет. Очень мелкий. Благо, не ветрено сегодня. Можно посидеть в затишке, отдыхнуть. Так, что-то тут клюет на эту. Оно то подклевывает, то нет. Что-то как-то так не уверенно, если рыба клюет. Ага, тут червя уже нету. Все, ладно, буду менять. Тут. Давай. При вас, может быть, сейчас что-то и поймаю. Угу, кладет что-то на бочок.
Ну-ну-ну-ну-ну. Ну давай. Не хочет. Пришел ко мне кот, вот этот вот рыжий, наглый. Посмотрите, ему пофигу. Я сижу и за спиной не увидел вообще, а он лапой тут почти ее поймал. Вот смотрите, она такая чуть-чуть побитая. Вот. Она аж выскочила. Я еле ее поймал вот здесь, перед водой просто. Это он пришел и лапой своей. Он еще и косой. У него что-то с правым глазом. Рыжий, не нарывайся, я тебе сказал. Бандюга. Надо отогнать его. Пошел отсюда. Бля. А наглый какой вообще. Брысь. Он почувствовал, что тут рыбка есть. И все. Ну, клюет, конечно, вообще никак. Плюс это тина зеленая. Ни тина, ни кароль. Вот. Тут бычок на эту левую клюет. На правую что-то вообще слабо. Вот так. Червя подтаскали. Тут бычок ее просто рвет. Червя рвет. Есть. Может быть, сейчас перейду к более активным занятиям. Так, спиннинг накину какую-то из... из воблеров, или как они называются. Вот такую штучку, может быть, попробовать. Да, вес немножко маловат. Может быть, я даже добавлю. У меня где-то были тут грузики. Вот этот, кстати... самодельный из аккумулятора, можно будет доцепить, согнуть, покидать чисто на кишню. Сейчас покажу, что забросил, пробую, так сказать, прочесать. Мне кажется, она, а вот она и зацепилась. Вот и все, вот тебя раз закинули, называется. Этот спиннинг, он просто что-то последнее время, он вообще какой-то, блядь. По дну чуть волочутся. Ну все, считай, блядь, оторвал, да и все. Получается, что так. Я не люблю. Ну, грузик поставил, ну, может, большой, да. Он должен поверху плыть. Хорошо, может быть, согласен. Надо что-то эффективнее ставить, чтобы реально что-то поймать. Вот это вот ходить парить голову надоедает реально. Нет, нет, хорошо, сделаем меньше. Вот такая темка. Я не знаю вообще, есть у нее уже работоспособность какая-то или нету. Есть у нее вообще жизнь. Пробую тогда отцепить этот грузик. Итоговый улов на поплавковую удочку в течение вот, ну, я не знаю, нескольких часов вот такой. Результат, конечно, да. Бычок в основном сегодня тоже цеплялся, но очень-очень мелкий. Красноперочка и то не всегда, как-то так. Не особо активно. В общем, ну, котикам хватит, но нужно переходить к более серьезным методам. Если ты хочешь покушать рыбки, то нужно... и ловить немножко по-другому. Ну, попробую. Попробую, покажу, возможно.
Так, кот у меня утащил кусочек хлеба. Негодяй, пока я закидывал спиннинг. Попробовал на спиннинг, покидал. Короче, все это дичь. Это трата времени. Если на поплавковую еще можно что-то поймать, то на спиннинг, это если на хищника, это нереально. По моим подсчетам, тут хищника очень-очень мало. Поэтому это все для неопытных. Вот. Ну, такая рыбка. Поеду котиков кормить. Кто не видел, как растет камыш, я показываю. Вот камыш, камышина, а вот его корневая система. И когда я в своих видосах иногда говорю каблы, каблы, что такое каблы? Каблы — это вот, это корни по сути. Вы неоднократно встречали вот такие корни, только сухие, по побережью валяются. Ну вот, допустим, да, пожалуйста. Вот это корень, уже только высохший корень. Ну и так называют каблы. Может, не во всех народах, может, не везде. В общем, кто как. Ну, по крайней мере, батя у меня так называл. Вот. Вот это молодая пикулька, тоже как бы зачаток камыша. Вот такая прекрасная у нее система. Здесь супер-супер мочковатая. А дальше уже идет такой огромный классный ствол. Кто разбирается, напишите в комментариях.